Привет всем. Показываю улицу бывшую Панченко. Сейчас она называется Шамс-Клоу. Начну вот отсюда, с дома молитвы. Дома молитвы остался. Если говорит бывшая Панченко, никто не знает. А вот этот старый дом, он так и остался. Это дом 1926 года. И вот рядом с эти дома распродаются, ломают, и потом начинают строиться вот эти замки. Сейчас покажу на месте моего дома, нашего дома, какой замок построили. Вот на этой улице мы прожили сколько? 3-4 года. Вот. Но старые дома, они так и остались. Вот если дом молитвы, вы видите, она вот Шамс-Клоу называется, эта улица. Вот он так и остался. Вот этот дом старый, он так и остался тоже. Вот. Я помню, здесь, по-моему, жили узбеки. Вот. И здесь, с этой стороны. Вот. Вот эта сторона, она как-то остались старые дома, да? А вот если смотреть туда, уже за этими домами, там просто обалденный хоромы царские, да, вот, а все, вот вся улица, она была вот такими маленькими домами, вот такими, теперь смотрите, впереди что построили, видите, вот это вот четырехэтажный какой-то большой дом, мой дом был прямо вот здесь, вот, здесь была соседка, потом вот здесь еще моя соседка была, и вот на вот этом месте стоял мой дом, а теперь на место моего дома вот такие царские хоромы, не знаю, кто купил. Вот. А вот это старый дом. Вот этот как бы старая история старого Ташкента. Это эти, вот эта сама улица, вот здесь вот там дальше, вон там в конце был завод, деревообрабатывающий завод. И вот эти все люди, которые здесь жили, они работали на этом заводе. Все эти земли давал, вот даже и Котвилла называется. Раньше был просто мой дом. Вот. Это Сталин раздавал вот эти земли переселенцам с России, с Поволжья, не знаю откуда, давали им вот большие прям, не помню, сколько они им там давали, 20 соток на человека. Это получался вот этот дом и на соседнюю улицу принадлежал одному, это давал Сталин. А потом какой-то вы после него пришло какое-то там постановление, в общем, у людей позабирали землю и там всем дали по 6 соток. В общем, Сталин дал 20, а после Сталина всем дали по 6. И вот это вот был вот такой маленький дом, вот смотрите, да? И превратился вот в такой дом. Чтобы вот вы понимали, да, как изменилась улица, да? Сейчас новые дома построили. Вот я сейчас до конца улицы дойду, покажу примерно. Вот. Не знаю, что это люди живут, или это гостиница, или еще что-то. Вот такие дома. Вот такие дома. Вот если примерно в Украину смотрите, там вот такие же дома. Вот в Ташкенте до сих пор такие дома тоже есть. Это 1926 года. Сейчас у нас 22-й год. Вот еще 4 года, им 100 лет будет. Вот такие дома. Вот эти первые дома, они из глины. У них стены метр. Метр, да? Метр ширины. И отапливаются они внутри буржуйки на газе. Ну, вообще, обалденный просто. А если посмотреть, видите, в ту сторону еще дома. Это дома старые, их просто... А вот это уже новый дом. Новый дом, говорит, буквально где-то 2-3 года назад вот здесь вот стали скупать дома и строить вот эти вот царские хоромы, да? А в этой стороне вот такой дом. С вот таким входом. Вот смотрите, вот такой дом с таким входом, а рядом вон тот, 1926 года. Видите, как за 100 лет шагнула архитектура в Ташкенте. Вот. И тут этот старый дом. Его просто обделали. Смотрите, от крыши какая же видно. А рядом с ним вон какие-то хоромы построили. Ну, вот здесь был такой шикарный район. Здесь было так спокойно. Это практически, что сколько там, пару километров уже центр города. Это считается как бы богатый был район. А здесь жили евреи. Крымские татары тоже жили, которых переселяли с Крыма. Вот. В общем, здесь все нации жили. И русские. Не знаю, был просто интернационал. Такой дом. Теперь такой дом, видите, построили. Из вот этих старых домов, вот этот, по-моему, дом так и остался. Тут девушка жила. Блин, мне кажется, их дом так и остался. Вот рядом вот такой дом построили. Ну, вот чтобы чувствовали разницу. Был вот такой дом. Но они несколько домов скупили и построили вот этот какой-то салон. Смотрите, центр, спа. Обалдеть.
Вот. Это старый дом. Его просто немножко отделали. Видите, старые дома, вот даже видно сейчас, если я так смогу вам показать. Видите, там кирпичи вот так. Вот так вот это старые дома. Это такие же, ну, Самарканд, Дарбаза, не такие дома. Вот эти дома, они 1926 года, да? А Самарканд, Дарбаза, это совсем старые дома, совсем-совсем, которые еще и до революции были. Эти дома после революции. А Самарканд, Дарбаза до революции. Видите, какой дом построил? И там одна женщина, она дом продает, она живет в Лос-Анджелесе, вон за этом, на этом переулке. И там одна бабушка хорошая живет. Я спросила, а покажите мне тот дом, который она продает. И за сколько она его продает? Она продает его за 150 тысяч долларов. Я говорю, вы с ума сошли? Это просто мусор, который надо ломать, и я заплачу за него 150 тысяч долларов? Люди, ну вы вообще, что за цену у вас? Вот. Вот этот дом стоял, советский. Тут рабочие жили. Вот здесь тоже был дом. Здесь новый дом. Видите, какой красивый построили. В общем, короче, ташкентская Рублевка. Был этот рабочий городок, стал ташкентская Рублевка. Вот теперь, видите, все застраивают. Вот такой новый здесь начали строить. Вот. Вот это тоже новый дом. Так, сейчас я выйду на улицу, покажу, какая улица в сторону Тизиковки. Вот это буквально все начали строить год-два назад. Это все застраивается год-два назад. Ташкент, просто я не знаю, блин, сколько миллионов тонн бетона сейчас будет на бедном Ташкенте. Я не знаю, ну тут же просто сумасшедший. Вот это тоже новый дом, его тоже не было. Это была маленькая-маленькая улица. А в ту сторону Тизиковка. Вот кто помнит, вот туда зайти, там был Тизиковский базар. А теперь там не базар, теперь там просто центр города, девятиэтажки. И вот сюда, вот на Глинку. Вот сегодня мы погуляли на улице, где я раньше жила. А туда вправо две остановки. Да, будет эта церковь православная, да? И потом еще дальше центр города. Ну вот так изменился. Вот видите, прям, смотри. Вот такой они сделали отель. Такой большой. В общем, застраивается Ташкент. Смотрите, там большие дома, там большие. Из-за этого я ничего не узнала, вообще ничего не узнала. Это каждый год надо приходить, просто ногами проходить. Потому что вот смотрите, видите, это старый дом. 1926 года. А вот это вот гостиница, видите, чувствуете разницу? И так, если там дальше пойти, там, смотрите, вот маленький дом. А рядом уже большие хоромы стоят. Я думаю, сейчас они будут эти дома тоже, наверное, скупать. Или, я не знаю, выкупать. Это старая улица еще осталась. Ну все, вот так мы с вами сегодня погуляли. Всем пока.